Теперь среда, день для школьников. В океанариуме запускают бесплатные уроки, где дети будут изучать подводный мир. Полтора месяца океанариум не работал. В нем шла генеральная уборка. Чистили аквариум, устраняли поломки. А это треть экспозиции. Большинство сломано по вине посетителей. Мы не были готовы к тому, что люди так себя поведут. После нескольких дней открытия мы стали замечать царапины. Вот. И теперь это изображение требует замены. Пострадали обитатели океанариума. За одну неделю погибли сивуч Старк и два белобоких дельфина. По этим фактам возбудили уголовные дела, но работа продолжается. В океанариум привезли новых животных. У нас есть пополнение. У нас было три белухи, сейчас четвертую белуху привезли. И сейчас у нас две полноценные пары. Тренировки морских обитателей проводят в закрытом режиме. Исключение сделают только для школьников. Им покажут моржа Мишу и сивуча Айка, у которых новогодний номер. Нелли Булатова, Игорь Лещук, «Панорама».